косил, а там чисто побили. А о. Вот этот сырень, это такая гадость. Угу. Видишь, он расплелся на весь огород. А это амброзия лучше, они вон скосили. Сырлюк, такая есть такая трава. Отрава для травы. А сколько ж ее тут надо? Не, мало, опрыскивается. И да? Он погибает на корню. Да? Ага. Это обрабатывают, только-только он росток дает. Обрабатывают, потом ну, неделя. С весны. С весны. Неделя и сажают. Неделя-две. Он распадается, этот, эта штука. И уже сажают. И ну, ни одного сорняка. У меня дома такая гадость была. Я на химбазе брал. Она разная бывает, но она убивает на повал всю растительность. Всю. Земля вообще пустая. Вот этот насадил на зло это свое сюда. Почему на зло? Ну он бы огородил бы. Он своих коров кормит. Так коров кормит, а вот идут же туда на нее. Ну что, это же уже каждый... Пусть огородит ее, насадил. А же тоже не огорожен. У нас нету ни суданки, ничего. Ну кукуруза. А вдруг... Кукуруза, коровы их не ходили, жрали. Жрали? Конечно, вообще и как жрали. У них было стадо коров. 10 лет. Ого. Они что, обеднели? Попродали. Да посмотри, какой был. В Сибири приехали. Ну они тут жили и раньше. Глянь, где за наши бандиты. Иди. Это ужас. А что они там нашли? Ну они же в деревья живут, они по деревья ходят. А-а-а. Он же там деревья, им же это нравится. Вон, глянь, что делает, кроме деревьев. Да, они такие, в голову им придет, они то туда, то сюда, сюда. Не, они деревья, листья едят. Не, они бывают спокойно стоят. Когда напасутся. Спокойно стоят. А когда напасутся, хочется что-то другого, да? Не, и когда напасутся, бегают. А, бегают, да? Они не бегают, они ходят. А когда голодные, они сейчас махнут и туда могут, куда хочешь. А. Козел эту пятницу или Мишу зарежь. Такой трактор когда хотите? Да еще ж не скосили ничего. Надо же его подготовить. Ну вот это если скосить, то уже завтра, да? Значит, говоришь, дождь зачем выкидать? Мы же на день чисто берем. Так а потом вдруг еще 2-3 дня дожди будут. Ну говорили, что дожди. Я могу дожди, даже на 2 недели посмотреть прогноз. Там есть на 2 недели. Дожди, дожди. Давай я покошу, Саша. Давай. Ну покосить, а то я уже что-то не могу. Ну, все понятно. Сил нету. Что-то скосить, оно все живо, я понимаю. Давай я. А пильник где? На пильник я ее покачу. Да я тот бросил поперед себя куда-то в это. Не могу в траве найти. Тот корявый, а этот он не будет. Это ерунда. Это ерунда? Ерунда, он же не корявый. Сейчас я пойду тогда тот. Давай, давай, хоть какой. Вот ходить это долго.